Всем привет-привет, ребят! Итак, у нас сегодня ключи. Буду открывать все разом, чтобы не было обидно, потому что декабрь идет, осталось 14 дней до тех подарков, которые я хочу открывать. А как вы знаете, 2 января будут подарки именно с рождественским носочком. Ну и мне нужны бои еще тут мимоходом, чтобы мандаринки фармить, потому что по подаркам, как вы понимаете, я уже начал выкупаться и думаю, что надо хороший запас мандаринов оставить. Ну, как пойдет, так пойдет. Ну и на видео, возможно, будем делать только сверхи, а на это я покажу, как и что. Итак, 18 тысяч звезд, плюс дополнительно, чтобы вы посмотрели, я постоянно, ребята, скручиваю ринги. Я показывал свой запас. Кто не подписан в группу ВК, подпишитесь, посмотрите. 915 осталось и постоянно уменьшаются. Сейчас посмотрим после открытия зеленых ключей, что у нас будет, сколько будет рингов. Ну и, конечно же, колесо фортуны. Как вы видели, тоже по запасам я вам показывал. 168 тысяч у меня было. 68 тысяч я скрутил. Получил дополнительно за это все я одного торгона 16-го. И получил один манускрипт. В общем, 68 тысяч и два главных приза. Ну и давайте на паузу и посмотрим уже результаты. Ну вот и прошло время. Итак, получается. Получается, ключи у нас закончились. Ключи закончились. Осталось 64 золотых. Итак, в общем, получилось у нас 287 тысяч. 287. 187 тысяч, короче, получилось. Я не показал вам одного. Я не показал вам количество чипов. Так вот, чипов было всего 250 тысяч. То есть, в общей сложности сверху 23 тысячи. 23 тысячи чипов со всего этого у нас нападало. Итак, ринги. Ринги 909 так и осталось. Расход я не показывал сильно. Но тут как бы не критично. У меня его много и не было. Так что, ну, тут по 5 добавилось. Ну, это так. Ну, вот зато арконов насыпало очень-очень много. Жалко, что идеалок не прямо так хорошо. Единственный более-менее, наверное, адекватки. Ну, ладно. Посмотрим, потом пораскидаем, как будет. Итак, 64 на золото. Давайте же посмотрим. Ну, а, кстати, да, еще 36, 29. Ну, то есть, чтобы понимали, сколько боев, чего повыпадало. Так, 2. Еще аркончики неплохие. 4. Будет ли 10, интересно, нет? 8. 8 это хорошо. 2 это неинтересно. 4. Еще 2. Многие спрашивают, сколько уходит времени на накопление такое количество ключей. Ну, если вы нормально ходите кошмы, вы намного быстрее это все накопите, потому что, как вы знаете, я хожу и кошмы хожу, и с ложки хожу периодически, тем более на стримах я хожу, как вы знаете. И самое интересное, я уже многим показывал, многим рассказывал, что мне так сильно не везет, меня так сильно, ну, золото не падает, в общем, на кошмах, поэтому я стараюсь, конечно. Но в основном я оттуда таскаю зелень. По 3 зелени, по 4 зелени таскаю там. Золото выпадает редко. За 6-7 кошем выпадает. Ну, ладно. Не сильно критично. Ну, звезд, кстати, вообще хорошо подрезало. Если учесть, что было 18, стало 29. Ну, прям хорошо. Со всего дропа. Еще арконы хорошие падают. Может, что-то интересное будет. Может, где-нибудь что-нибудь себе засуну куда-нибудь. Какие-нибудь интересные оружия там. Не все, конечно, хорошие. Но идеальные арконы падают почти через раз. Что меня очень сильно удивляет. 33 еще. 33. Кошмарочка. 4500. Давай 10. 10 тысяч. Ну дай хоть один-то раз. Вот, ну, вот просто для доктора. Вообще без труда. Полгода ожидания. Полгода. За на все вот это вот, ну, накопление. Конечно, смешно для многих, но все равно. Вот я ко 2 января готовлюсь. Не смотрите, что звезды как бы я тратить. Чисто буду
на вторую волну. Ну, клетку я качать не буду, потому что либо нефиг, неинтересно. Но что-то все это, конечно, колоссально. Давай, 10 тысяч, ну хоть один-то раз, давай. 12 лучше. Да. Ну блин. Ну еще 5. Все, последний. Последний ключик. Больше вам от ключиков нету. Вообще никаких ключиков нету. 33 тысячи в общей сложности. Итак, накопил 435. Ну, то есть, если учесть, почти 500 тысяч накопил к Новому году я. 500 тысяч тонн. Ну, посмотрим, покрутим. Таргончика, может, получим помощнее. Будет более-менее. Не знаю, многие говорят, что я качал древний манускрипт. Ну, я периодически, ребят, качаю и то, и другое. То есть, меняю их местами. Итак, чипы по общей сложности у нас получается 300 тысяч. Ну, выпало, короче, 50 тысяч чипов. Ну, чтобы вы поняли. Ну, это, честно, это очень много. Ну, я очень доволен. Прям хорошо доволен. Это прям по дропу прям очень весело. 40 щитов он вообще прям человек. Прям весело. 72, 74. Жалко, что модули все исчезают. Исчезают буквально осталось тут несколько дней. Так что как-то так. Ладно. Если вы что-то копили и копили именно на Новый год, время открывать и время сливать запасы. Давайте, пока. С вас, конечно, лайки. Ну и ждите. Я пока не могу долго говорить, потому что у меня кашель. И сейчас вот я также запись завершаю, потому что не могу я долго. Прямо горло болит. Пока.